Глава Каспийска Борис Гонцов и председатель собрания депутатов города Абдулвахид Джаватов с рабочим визитом посетили Республиканский центр образования «Солнечный берег», где на летнем отдыхе находятся дети из Луганска. После завтрака дети в сопровождении заместителя председателя собрания депутатов Тимура Насрулаева и помощника председателя Рената Курбанова посетили древний город Дербент. Дети получили массу впечатлений, море положительных эмоций, а также возможность соприкоснуться с вековой историей. Ребята побывали на самой известной локации – крепость Нарын-Кала. Прогулялись по улочкам города, которые известны своей самобытностью и культурой, посетили экраноплан «Лунь» и другие памятники архитектуры. Напомним, что юные жители Луганска отдыхают в дагестанском лагере при поддержке главы региона в рамках реализации соглашения о деловом и социально-экономическом сотрудничестве между городом Луганском ЛНР и городом Каспийском Республики Дагестан.